Дети продолжат посещать школы и детские сады, несмотря на то, что в Кишиневе по-прежнему будет действовать чрезвычайное положение в области здравоохранения. Иван Чабан говорит, что мэрию буквально засыпали вопросами родители, которые не знают, как будет развиваться ситуация после 1 октября. Мэр столицы объяснил в видеоролике, опубликованном в соцсети, что красный код, установленный в Кишиневе, то есть решение о чрезвычайном положении в области здравоохранения, будет пересматриваться каждые 14 дней в зависимости от эпидемпоказателей. При этом мэр отметил, что учебный процесс в школах и детсадах не изменится. Не закрыта ни одна институция образовательная в этом смысле, если не соответствует тем критериям для вхождения в карантин. Copiii trebuie să învețe, să continue să învețe cu păstrarea tuturor normelor. Urmează să fie aplicate măsurile de precauție și control a infecției COVID în conformitate cu actele normative aplicate anterior. Иван Чабан сказал, что было приложено много усилий для того, чтобы учащиеся снова вернулись в школу, но власти не исключают, что дети еще могут вернуться к дистанционному обучению. Поэтому продолжают записывать онлайн-уроки и размещать их на платформе Едукации онлайн-МД. Mai mult decât atât, acum vrem să vedem cum putem să modificăm un pic orarul, lucrează specialiști în acest domeniu, așa ca să fie mai comod pentru părinți, mai comod pentru profesori și mai bine pentru ele. Напомним, уроки в школах увеличены с 30 до 45 минут, а физическое расстояние между учениками уменьшено до 1 метра. Это позволит посещать школы большему количеству учеников.